Перед вами вот один объект, который называется Шарат-Эпсек. Вообще изначально он назван Шарат-Эпсек, желтый столик. А, если с той стороны мы на эту скалы не видно, с той стороны отвесная скала. Вот, собственно, видно по ней и названа она Шарат-Эпсек. Названа она таким образом еще во времена работ здесь Попова, ну и ряда других исследователей, 20-е годы 20 века. А в конце 80-х годов, в начале 90-х годов было, так, ну, скажем так, второе открытие этого объекта. А, связано оно с именем Тиваненко, на самом деле это даже, ну, не второе открытие, но вот, и его публикацией. Ну вот он, собственно, вот этот объект, он его представил как крепость. Назвал его крепость племени меркитов. Ну, если вот железный жестокий век читали там, да, например, там достаточно неплохо описывается отношение меркитов и монголов. Ну и предполагается, что сейчас легенды пошло, это легендами все это обрастать. И что сюда, значит, пришел Чингисхан, здесь меркиты бились насмерть, вот, стояли. Вот, в конце концов меркиты сломались, а Чингисхан здесь посадил священную рощу из абрикосов. Ну и в этом плане пошло тут дальше больше. Тут школьники пишут доклады на эти темы, тут средневековые государства тут находятся и так далее, и так далее. Вот. Ну, сейчас, когда мы с вами поднимемся, посмотрим в реальности же, то есть с археологической точки зрения. Мы здесь работаем уже с Юлей 4 года, 4-й год пошел, я даже не ожидал. То есть я занимаюсь-то каменным веком, вот, а то, что вот меня это заинтересует, я совершенно не ожидал. И, собственно говоря, монгольского присутствия мы здесь не нашли пока что. В основном все, что здесь есть, это бронзовый век и раннежелезный, или, скажем так, ну, вплоть до раннего средневековья мы бы назвали, да, то есть это где-то 5-6 век нашей эры, да, уйгуры, вот, уйгурский каганат, вот это время. Вещи разные здесь встречаются, в том числе и керамика, ну и так далее, и так далее. А сам объект, с которым мы имеем дело, он не крепость, конечно, на самом деле какая-то крепость. Это такой очень интересный культовый объект, и вот мы сейчас над этим начали работать, ну и мы с Юлей, значит, их определили как линейные, то есть культовые объекты с линейным структурированием пространства, вот, организации пространства. Ну и, то есть, здесь есть линейные каменные конструкции, которые и, собственно, структурируют это пространство. В реальности высота, вот если мы возьмем от нижних точек вот этого объекта и до его верхних точек, перепад высот больше 250 метров. То есть вот нам, чтобы туда подняться, это надо подняться на высоту 250 метров. Ну, соответственно, на протяженность почти километр, то есть более 800 метров протяженности этого объекта. По горам, по скалам и так далее. Этот объект не начинается, он уже начался. То есть вот под этой скалой там расположена вот такая же стена. Ну,
Ну, от нее сейчас почти ничего не осталось. Еще по 20-м году, годам, по описанию Попова, 800 лишних шагов на этой стене. Это была такая аллея или гряда вот из поставленных на ребро камней. Про это он тоже пишет. Он называет, что 50 шагов, что ли. Я мерил здесь вот она обрушена уже, получается. Ну, вот. То есть, считайте, менее чем за век здесь сильно попортили археологические объекты. Ну и сами видите, продолжают активно вот этим вот строительством всякой фигни. Вот. Собственно, исходя из того, как вот поставлены эти плиты, мы можем предполагать, что они все-таки связаны с эпохой бронзового века, когда ставились плиточные могилы. То есть примерно так же, высокая плита и камни-крепиты, вот, которые вы видите. Вот эти камни упали, вот упавший камень, да? Здесь камня острого большого нету, он упал, свернули, еще чем-то, не знаю, выбросили, людям ума хватало на все. Вот это остались камни-крепиты. Те камни, которые крепили основные плиты, вот там камни-крепиты, здесь камни-крепиты торчат. Вот. А в целом получается конструктивно то же самое, что на плиточных. То есть мы можем предполагать, что возникает этот объект не позднее эпохи бронзового века. Он абсолютно с этим связан. А поскольку здесь внизу курган Кирексур, и с курганами Кирексурами связаны вот такие вот аллеи, то вероятнее это еще и связано даже не с культурой плиточных могил, а с культурой курганов Кирексуров, возможно. Именно с этого времени начинается. Ну и надо полагать, дальше он просто разрастался, этот объект. А в целом у нас Евгеньевна проведена очень серьезная работа, и мы окончательно вот в этом году и установили связь вот этого объекта с астрономическими явлениями, заход солнца зимой и весной. То есть 22 декабря, 21-22 декабря и весеннее зимнее солнцестояние. Да, и весной, когда солнце заходит по-другому. Но вот одну вещь, вот эти товарищи древние, они увидели. И они ее увидели достаточно четко. Если смотреть на то, как заходит солнце в марте, оно заходит, вот эта дорожка выходит, коридор широкий, они не настраивались, судя по всему, там это астрономической абсолютно точности не надо было. Но вот в этот стена вот это выходит, и вот солнце заходит вот так. То есть как раз, как вот этот коридор смотрит, так солнце заходит. По центру. Да, где-то по центру немного сюда смещается, но там край разрушен уже получается. Вот. То есть вот это мы видим в этом самом, в марте. Да? Да. Но с точки зрения Тимченко и всех, кто загорелись идеи, а идеи это загорелось народу миллион, вот, это прорубили. В скале тут люди старались, вырубали. Ну, вы сами видите, никто тут ничего не вырубал, то есть следов деятельности человека нет. Но что интересно, когда вы становитесь в середине вот этого желоба, он естественный желоб, вы уже в середине становитесь, вы начинаете наблюдать одну интересную вещь. Без разницы. Здесь вы стоите в самом начале. Особенно интересно это смотреть в самом начале желоба. И вы на противоположном берегу Хилка, вот на этом острове между речью, между Хилком и Чукоем, сейчас очень плохо видно в тумане. Видите, гора возвышается там сильно-сильно в дымке. Она ровно-ровно, а вокруг нее такая как бы равнина. Вот эта гора. Вот солнце опускается абсолютно точно прямо на макушечку. Если вы здесь стоите, вот в этом месте, то есть и вы наблюдаете эту картину. Это в какой период солнце было солнце? В декабре. 22 декабря. 21-22, да, то есть минутные смещения здесь не так же важны.
Может быть, здесь какие-то указатели стояли, гномоны какие-то, я не знаю. Мы уже этого уже не видим. То есть все это нам недоступно. Но естественный жёлоб он остался. А дальше еще интересная картина. Мы ее засняли с Юлей в цветах и красках. А солнце не прячется сразу за эту вершину. Оно по этой горе, по склону катится, катится, катится. И вот эту картину мы наблюдаем, как солнце катится. Вот, то есть, находясь вот в этом месте, мы это наблюдаем. Я так полагаю, что древние, как раз таки организуя здесь могильник, обнаружили вот эту вот интересную вещь, что вот этот вот искусственный, точнее, естественный жёлоб, он показывает прямо на заход солнца в зимнее солнцестояние. Ну а отсюда дальше они начали и развивать весь этот самый комплекс. Вот, собственно говоря, так он начался. И дальше он начал развиваться, этот комплекс, достаточно серьезно. Ну и достиг вот таких колоссальных размеров, почти километр у него протяженности и так далее. Ну пойдемте теперь дальше. И вот, собственно, видите, вот он идет, этот вал, вот он, и упирается в скалу. А дальше, если мы пойдем с вами дальше, мы можем идти еще 500 метров отсюда. И мы увидим, что там, где вот скалы заканчиваются, и эти седловины, по этим седловинам идет такой же вал. В некоторых местах стены по типу тех, что мы видели сейчас, поставлены прямо на камнях. То есть не на земле, а просто вот на скалах. Прямо на скалу. На скалу поставлена стена, тот самый 2 метра, скажем, протяженностью. Функционально рассматривать ее как защиту от ветра никак нельзя, потому что она на север открыта, как раз дует. То есть она никаким образом ничего не защищает, эта стена. Ну, вот, ни от кого. И тем более, ну кто будет там костер разводить прямо на. На скале. Ну вот, собственно, это и есть основной участок. Я полагаю, в древности как раз здесь и какие-то обряды происходили и так далее. Керамику, которую мы здесь находим, она относится, как я вам уже говорил, все-таки, скажем так, к позднему бронзовому веку, к раннему железному веку, ну или самое, что можно сказать, самое раннее средневековье. Ну, уж точно не монгольское время. То есть, ну то, что принято считать традиционно монгольским временем, там 11-12 века, когда рассвет монголов наступает, вот, это нет. То есть здесь пока такого мы не нашли ни разу ничего. Керамика есть, встречались фрагменты доспехов здесь встречались. То есть, в целом, вот этот комплекс, он и в самом деле на сегодняшний день, это вообще гениальная такая вещь, да, который, во-первых, он туристически доступен, смотрибелен, да, ну, красивейшая вещь. И главное, вот, как мы его сейчас изучаем, в нем открывается масса таких вот, этих скрытых достоинств. Он хороший из того, что это Меркитская крепость. Ну и еще ряд вещей, пойдемте посмотрим, которые тут связаны с этой так называемой крепостью. Сейчас вы в разных путеводителях, даже вот сегодня, если мы поедем обедать в эту столовую, что тут недалеко, километров 10 отсюда, там вы увидите такой путеводитель, где описывается, что вот когда люди сюда приходили, вот они здесь рыли водосборы, лед тут таяли, вода у них здесь стояла. Вот. Вот, один из бездонных колодцев. Вы можете туда спуститься и посмотреть его дно. Он, вся его глубина, а точнее даже не глубина, а вообще весь у него протяженность, не более 3 метров. Что это было в реальности? Для того, чтобы это узнать, не надо быть 7 пядей во лбу, просто почитать документы. В них написано, 20-е годы. Буряты за несколько лет до этого пошли сюда искать золото. Копали здесь ямы. Ничего не нашли.
То есть, если бы это вообще было священное место для бурят, они бы сюда не ходили. Они здесь искали золото, рыли. Потом какой-то из них там заболел. Они решили, что сюда больше ходить не надо, и больше сюда не ходили. То есть, вот, собственно, все эти ямы, это местные жители, причем бурятские местные жители, пытались найти котлы с золотом. Тогда, в то время обытовали легенды, что там котел с золотом зарыт, здесь котел с золотом зарыт. Вот, собственно, они искали эти котлы с золотом. Но, как видите, золото они здесь не нашли. Бросили все это дело. И вот здесь есть скала, вот она. Если на нее сверху смотреть, на нее камни, есть точно такие же дыры. Чтобы на нее подняться, надо быть альпинистом, потому что она, по сути дела, отвесная. Она не высокая, но отвесная. Вот. Ритуальный горшок начали делать, удолбливать. Вот. Ну а сами, как это образуется, уже мы много раз наблюдали. Здесь маленькая дырочка, в которой вода скапливается. Скапливается вода, растут растения, потом сосны начинают расти. Сосна выкорчевывается, падает, дыра остается. Опять грунт набирается. И вот везде вы здесь это пронаблюдать можете. Ну а дальше я вам говорил, там такие выветрилости есть, просто потрясающие. Вот. Но тем не менее народ считает, что это было конкретное место, где разжигали огонь, когда встречали войско Чингисхана. Вот. Но, собственно говоря, эту крепость штурмовать-то ее и не надо. Если надо на нее попасть, можно обойти вам, спокойно подняться, и никто тут ничего не этот самый. Вот здесь площадка, видите, с вертикально стоящим камнем. Которая явно каким-то образом использовалась, скорее всего, как культовое место. Значит, вот, судя по всему, если обратите внимание, камень этот подпертый. Укрепленный тоже, да? Он установлен, да, вот, он обложен камнями. Можно, конечно, от природы тоже всякое делать, но тут похоже, что это... В целом вы посмотрели основную часть, вот то, что нам известно. Ну и как видите, вот эти вот стенки, которые стояли. Вал, он имеет какую-то другую конфигурацию. То есть вот эти гряды можно интерпретировать, ну как, то есть Чингисхан даже по этому самому, по сокровенному сказанию, когда выходит молиться, он снимает пояс. Пояс, он уже, это сакральное укачение, он пояс снимает и расстилает. И вот эта молитва со снятым поясом, она, оказывается, уходит еще во времена Ригведы. Вот. И рассматривает вот такие валы, которые по горе тянутся. Гора, она всегда имеет сакральный смысл связи с небом. Да? То есть это, ну, это безусловно, потому что практически у всех народов это связано. И так она и здесь рассматривалась. Так вот, в данном случае можно рассматривать вот эти валы как разомкнутый пояс, который ведет в гору, опять, ну, выполняя медиативные функции в качестве, ну, скажем, точнее не посредника, а именно связующей функции между землей и небом. Гора связующая функция, пояс — это тоже связующая функция, она, безусловно, всегда присутствует у кочевников, эта функция. И вот в этом плане можно одна из интерпретаций вот этих валов. Эти валы сделаны как раз таки для того, чтобы образовать вот этот вот разомкнутый пояс. А может у них значение, например, быть, ограничивает круг, куда нельзя простым заходить, а жрецам только можно заходить? Вполне, вполне. То есть вот эти вот вещи, мир сакральный, мир профанный, безусловно. Вот, собственно, куда мы хотели поехать, если прямо так вот поехать, пересечь Хилок и Чикой, и дальше поехать прямо вот где там Дима в Намахоново был. Вот мы думали, что успеем, и там поэтому... И немного отвернуть на юг. Там есть могильник.
у этого могильника, могильник бронзового века, плиточник, кирексуры там тоже. Но у него тоже такая же вот стена из поставленных этих. И стена от стены на север, получается, на северо-восток идет могильник, на запад, на юго-запад ничего нет. То есть опять стена выступает как вот граница вот этого сакрального и профанного. Здесь мир мертвых, здесь мир живых, например. Когда обряд проводился, вероятнее всего, как раз вот это каким-то образом обыгрывалось. Вот. Но вот мы никак туда пока попасть не можем, но я думаю, поедем в ближайшее время.